Наши гимнастки из Щелковской спортшколы «Старт» встретились в физкультурно-оздоровительном комплексе на Центральной улице со спортсменками из Чехова, Электростали, Воскресенска, Ногинска, Черноголовки, Пушкина, Звездного городка, а также из Москвы, Вологды и Клина. Открытый турнир «Майская песня» по художественной гимнастике очень уважаем как среди участников, так и среди организаторов, поэтому год от года собирает все больше желающих принять участие в этих красивых состязаниях. И сегодня участниц больше 200, соревнуются 15 групповых команд, в каждой по 5-6 человек. В этом турнире появились нововведения. В художественной гимнастике у нас это нововведение, которое вот на наших соревнованиях впервые проводится, соревнования в дуэтах и в трио. Вот. Дуэт вы тоже видели, мастера спорта у нас в гимнастике выступали щелковские. Также завтра будет выступление гимнасток «Смешанная пара». Порадовало зрителей и жюри на этих соревнованиях выступление щелковского звездного дуэта мастера спорта Дарьи Константиновой и кандидата в мастера спорта Марии Улановой. Программа дуэтов ввелась совсем недавно, так как спорт, ну, художественная гимнастика в Российской Федерации сейчас развивается очень активно, и помимо групповых упражнений и личных, скажем, дуэты дают возможность выполнять разряды, точнее, даст возможность выполнять разряды в дальнейшем будущем. Художественная гимнастика – престижный вид спорта. У этих девочек есть все шансы стать настоящей звездой, обладающей званиями, имеющей награды и титулы. Добиваются результатов юные спортсменки под руководством опытных тренеров и при поддержке родителей. Кира Коптева из Щелкова занимается с 3 лет и в свои 12 уже выполнила норматив первого взрослого разряда. Художественная гимнастика – это самый красивый вид спорта, по моему мнению. Там много всего красивого, красивые купальники, красивые гимнастки, все хорошо, все красиво. По итогам соревнований награды вручались в 30 номинациях. Большую половину первых мест заняли наши юные спортсменки из Щелкова. Андрей Цихотович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.